Какой я голодный. Здесь ничего нет, только пустые коробки и сухая трава. Посмотрю-ка я здесь. А этот вообще пустой. Я не ел уже 3 дня, и я очень голоден, друзья. Я не знаю, что мне делать. Продолжу искать. Может быть, найду что-нибудь поесть. О, друзья. Посмотрите, какие у них виллы. У них точно есть что-нибудь покушать. Меня пожалеют, потому что я очень голоден. Идем посмотрим. О, друзья, смотрите, там какой-то парень протирает свою крутую тачку. У него точно есть что-нибудь покушать для меня. Сниму-ка я селфи, пусть видит, какой я богатый. Сэр, может, вы сможете дать мне хотя бы 1 евро? Что, Стас, кого ты превратился, нищий? Ты посмотри на меня, я богач. Да, я вижу, что ты богат. Откуда у тебя такая большая крутая тачка? Ты же еще маленький. Послушай, братан, эту тачку я купил только для фоток, чтобы все видели, что я богатый и очень крутой. Короче, раз у тебя столько денег, мой любимый братишка, может, дашь мне что-нибудь поесть, пожалуйста? Ну как я тебя пущу внутрь? Ты же воняешь. Ладно, подожди, я звякну Рафарио. О, Рафарио! Рафарио мой отец! Я его не видел целых 10 лет! Алло, Рафарио, слышь, хочу спросить, могу я тут пустить одного нищенку к нам домой? Что, я нищий? А, да, правильно. Ща выйдешь? Ну хорошо. Ща, короче, Рафарио выйдет и все прояснит. A few moments later. Да, Одиссей, что случилось? О, очень жарко. Кто ты еще такой? Почему он так воняет? Ужас какой! Фу! А это твой сыночек Стас! Да, Рафарио, идем обнимемся! Подходи ко мне! Почему ты так воняешь? Если ты мой сын, ты не должен так вонять! Но я не виноват, что мне приходится искать еду на мусорках! Какие мусорки? Если ты ищешь еду на мусорках, ты не можешь уже стать такими, как мы, понимаешь? Уходи отсюда! Давай, вали отсюда! Но мы же одной крови, ребята! Ты же мой брат! Зачем ты вообще сюда пришел? Ты же на мусорках! Живешь. Потому что я не нашел никакой еды на мусорке, а я голодный и очень хочу кушать. Ну раз ты и так, мой сын, идем, немного поешь. Наконец-то! Я не ел уже несколько дней! Идем, идем. Как же пасет. Идем, вонючка. О, вот это хата у вас. Сейчас мы тебя накормим, Стас, не переживай. Отлично, давай. Присяду здесь. Стоп, подожди. Это очень дорогой стул. Давай, накроем его целлофаном. Вот так, это очень дорогой стул. Вот, теперь садись. Ладно, сажусь. А сейчас я хочу еду, дорогую, вы же богатые, ладно? Потому что я голоден. Стас, ну конечно же мы тебя накормим, не оставим же мы тебя голодать. Later. Только кусочек хлеба? Вы говорите, что такие богатые даете мне только кусочек хлеба? Мы тоже так же кушаем. Ты что думаешь, мы тут красную икру едим? Мы тут питаемся всегда так. Кроме кусочка хлеба у вас больше ничего нет? А ты небось думал, что мы тут икру лобстеров ложками едим? И что, едите только хлеб? Да, только хлеб. Если хочешь разбогатеть, ты должен есть только один хлеб. Да ладно, я тогда тоже буду есть только хлеб. Он еще и черствый, ужас просто. Но я голоден и съем его. Ешь, мой мальчик. Станешь сильным, как твой отец, и богатым, как твой отец. Ну че, наелся, бедолага? Я поел, парни, спасибо вам большое. Видишь, мы отдали тебе последний кусок хлеба. Ведь ты же мой сын. А теперь пойдем, давай. Ну да, теперь надо помыть руки. Отлично, я не мыл руки 5 месяцев. Заходи, мой мальчик, давай. Спасибо большое. Нет, осторожно. Нет, лучше без обнимашек. Вода, друзья, я не верю, наконец-то вода! Слава богу, у меня есть такая заботливая семья, которая меня очень любит и всегда поддерживает! Эй, друзья, смотрите, у нас в руках серпантин, и мы сейчас пранканем Стаса! Да, подождите немного, как только он выйдет оттуда, вы все увидите! Что вы творите? Так нельзя! Зачем вы это делаете? Да просто мы решили искупать тебя в серпантине. Не переживай, теперь ты чистый, да. Я же только что умыл
ужаса, парни! Все нормально, не плачь, как маленькая девчонка. Все, идем вниз, хватит, идем. Давай, вперед, пошли. Да, давай. Это несправедливо. Я думал, что они меня любят, а они просто издеваются надо мной. А вы, друзья, любите меня? Вы хоть чуть-чуть любите меня? Тогда подписывайтесь, друзья. Видите, что они со мной делают? Они меня не любят. Надеюсь, что вы хоть немного меня любите. Few inches later. А, парни, я тоже рядом с вами сяду. Опа, нет. Садись вниз. Вниз? Да. Если ты хочешь стать богатым, ты должен сидеть внизу сначала, а потом потихоньку будешь подниматься. В жизни всегда так. Хорошо, буду сидеть на полу. Я и на улице сидел на полу, и здесь тоже. Всему свое время, не торопись. Что вы смотрите? А мы тут с Рафарио смотрим самый лучший канал в мире. GL-шоу. Да, это наш канал. Ваш канал? А я почему у вас не работаю и не снимаю с вами видео? Потому что ты безграмотной книжки не читал, сам виноват, что докатился. И вы, ребята, должны ходить в школу, читать книги, тогда вы не будете нищими, как Стас, ясно? Почему ты меня ударил, Рафарио? Ты заслужил, не ходил в школу, не читал книги, эх ты. Ладно, ладно, если я и так живу на мусорке, какая тебе разница, зачем бить меня? Но вы снимаете классные видосы. Парни, я профи, смотрите, что я сейчас сделаю. Да! Поэтому мы такие богатые. Слышь, Рафарио, может пойдем искупнемся в бассейне? О, у вас есть бассейн? У вас даже бассейн есть! Подумаешь, да, у нас есть бассейн, не переживай, без проблем. Пойдем, покажу тебе. Бассейн! Бассейн, друзья, я никогда в жизни не купался в бассейне! Да ладно, подумаешь, бассейн как бассейн, что в этом такого? О, парни, какая крутая жизнь у вас, богачей! Так круто, у вас есть бассейн, у вас есть огромный двор, есть коктейли! Мы, богачи, почти весь день пьем коктейли, весь день! О, да? Ну-ка, я тоже попробую! Он очень вкусный! Да, Стас, слушай, а как насчет искупаться? Потому что, прости, но ты так воняешь, брат! Искупаться? В бассейне? Правда, парни? Я очень хочу, но я не умею плавать! Как я буду купаться? Ты не умеешь плавать? Да, не могу! Это легко! На помощь! На помощь! Эй, дурень, там же мелко! Просто встань на ноги и все! Правда? Ну-ка попробуем! Ух ты! Да, оказывается, я достаю! Да, понятно. Он нищий, а еще и дурак. Да ладно, Рафарио! Друзья, это так круто! Я не купался уже очень-очень много месяцев! Ну, наконец-то ты искупался! Привезли пиццу? Рафарио, ну-ка пойдем похаваем. Да, идем, выходи, бедолага. Надень новую одежду и идем есть. Я иду. Вот тебе на тебе, Рафарио, наша крутая пицца. Слушай, у меня есть идея, Рафарио. Ну-ка скажи, Одиссей, что у тебя за идея? Пока Стас переодевается, короче, давай съедим всю пиццу. Это просто отличная идея. Смотрите, какая вкусная пицца. Я очень хочу ее съесть. One hour later. Парни, пицца! Я никогда не ел пиццу! Могу попробовать! Ну, конечно, это для тебя вся пицца. Ешь сколько хочешь. Друзья, это невероятно! Я первый раз в жизни буду есть пиццу! Я с ума сойду, друзья! Это же не пицца! Это... Что это, парни? Вероятно, это какая-то ошибка. Посмотри в другой коробку. Слава богу, а то я уж испугался. Сейчас я поем. Почему вы издеваетесь надо мной? Это было очень смешно. Это несправедливо и вообще не смешно. Это очень вкусная была пицца. Ладно, Стас, успокойся. Иди сюда, шепну тебе один секрет. Ну ты скажи. Ты ненормальный, вонючка. Давай, Стас, ешь. Это лучше, чем есть из мусорки. Все же свежее. Мне пофиг, я предпочитаю питаться с мусорки, чем доедать за вами. Вы меня не уважаете. Вы же моя семья. Ты мой отец, а он мой брат. И вы так поступаете? Я ухожу. Я лучше буду жить на улице, на мусорке. Бессовестные придурки! Бессовестные придурки? Мы хорошие ребята, ты что, не понял? Ты должен стать мужиком, ты должен съесть все, если ты Джейл Арми! Да! Что же это за семья, друзья? Это гадко, это очень-очень гадко! Я их семья, а они так со мной поступают! Знаете что? Друзья, у меня появилась хорошая идея! Сейчас я им всем отомщу, они у меня еще попляшут! Кто это может быть? А это наш бродяжка-бедолажка забыл доесть из нашей мусорки! Давай, идем откроем. Давай, пойдем. Так.
Это опять ты, бедолага? Да, это я. Раз вы ютуберы, я хочу взять у вас автографы. А, хочешь автограф? Ну, конечно. Мы очень знаменитые. Где поставить? Вот здесь? Вот здесь? Ха, смотрю, даже ты, Стас, стал нашим фанатом. Пожалуйста, автограф забирай. Надеюсь, ты нас больше не побеспокоишь. Спасибо большое, большое спасибо. Все, иди, иди, давай, пока. Друзья, вы не поверите, я их подставил. Только что Рафарио подписал документ, что этот дом и все деньги, которые у них есть, теперь мои. Сейчас распишусь я, и это все мое. Да, чуваки, да! Сейчас приедет полиция и все у них заберет, потому что это теперь мое. Опять этот бедолага. Наш блудный сын никак не успокоится. Вот не зря говорят, семье не без урода. Да, идем, откроем и выгоним его. Чего вы хотите, сэр? Выходите на улицу, быстрее! В смысле, а что мы сделали, а? Вы поставили здесь подпись. Что мы подписали? Я не могу понять, Одиссей. Здесь написано, что мы подарили Стасу наш дом. Выходите, выходите, это быстрее! Мой дом. Это мои деньги! Мы теперь нищие! Оказывается, я был прав, друзья. Очень легко стать богатым, и они это заслужили, бедолаги. А я теперь здесь на вилле, здесь все мое, деньги тоже мои. Идем, Одиссей, поищем что-нибудь себе поесть. О, смотри, Одиссей, смотри, что я нашел, смотри. Ой, как вкусно. Рафарио, все вернулось бумерангом. Теперь мы вынуждены есть объект. Да, Одиссея. Друзья, никогда не поступайте так, как мы поступили со Стасом, ладно? Да, никогда не знаю, что может случиться в жизни. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, жмите. И подписывайтесь. И жмите на колокольчик, просим вас, пожалуйста, пожмите на него, пожалуйста. И увидимся.